С вами канал ProMint, в этом видео я покажу быстрое прохождение карты Rogued Venue. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту, сразу говорим с человеком и берем следующее задание. Спрыгиваем на 2 уровня ниже и берем еще одно задание. Нам нужно зайти вот в это пространство и выполнить задание NFT-галерея. Прыгаем в самый низ и берем новое задание. Подходим к такому предмету, выходим отсюда, поворачиваем налево, а затем направо. Выполняем паркур. И подбираем вот такой айтем. Идем на противоположную сторону здания. Спрыгиваем в яму и подбираем еще один предмет. В чат прописываем слэш респаун. Подходим к картине, нажимаем кнопку E, это у нас третий предмет. На уровне ниже лежит четвертый предмет. Спрыгиваем аккуратненько вот сюда на эту платформу и забираем гитару. Я забыл собрать предмет на третьем уровне, это еще последняя, пятая картина. Спрыгиваем вот сюда к диджею, разговариваем с ним, спускаемся и заходим внутрь здания налево. Возвращаемся к диджею. Тут вот есть такая специальная лестница. Сдаем ему задание. И опять идем выполнять новое. Правильные ответы. Первый, второй и четвертый. Прописываем в чат слэш респаун. Подходим вот к такому гитаристу. Правильные ответы. 4, 2, 1. Прыгаем на уровень ниже. И подходим к вокалистке. Правильные ответы. 3, 2, 4. Теперь нам нужно спрыгнуть в самый низ. Выбираем правый ответ. Все 13 заданий на карте выполнены. Хочу порекомендовать лично свой KYC-сервис. Тут вы можете приобрести верификацию на любой бирже, площадке, в том числе и в самом сэндбоксе. Самое главное, что аккаунт будет несанкционным. За сервис лично ручаюсь, аккаунты хорошего качества и по отличной цене.